Все в ваших руках. Никто вас ни в чем не ограничивает. В этом мире нет заслонов и оков. Все оковы, заслоны находятся в башке. Ведь я сказал, не в голове. Ну, то есть, другими словами, выбирайте сами, с кем вы будете общаться. Если вы хотите посмотреть «Мертвые не потеют» там, по кабельному телевидению, пожалуйста, по кабельному, там, кабельному. Смотрите, это ваш выбор. Но тогда вы не сможете увидеть голубой росы. То, ну, потому что ваше сознание опустится вниз. Там вы увидите этих всех там Властелинов колец, там и всяких этих Крюгеров, там, Крюгеров. Вот. Бэтмен увидите, кто такой, и Гудмен. Вот. Вы увидите все это, увидите. Но голубой росы вы не увидите. И чистоты этого мира тоже не увидите. И святости не увидите. И природы не увидите. И добрых людей не увидите. Вы погрузитесь вот в это сознание, в котором нет выхода. Если вы хотите знать, откуда это все берется в телевидении сейчас, вот эти все вот монстры там, все это насаждение на землю низших культур. Я медитировал на эти фильмы, на все, и увидел, что есть такие технократические цивилизации между землей и адом. И они, вот эти вот, эти живые существа, они способны перемещаться в космосе. Вот, они воюют между собой там постоянно. И они также залетают и сюда. Но у них здесь нет права что-то делать, менять. Понимаете, там они могут там воевать между собой. Здесь это уже другой уровень. Но они могут насаждать свое сознание. И если люди погружаются в это сознание, они потом попадают в следующей жизни туда, на эти планеты, где война вот эта идет. И постоянные вот эти вот технократические войны, там конец света постоянный. Там. Ну что, куда погрузился своими мозгами, то там и родился в следующей жизни. И поэтому эти все компьютерные игры, быдыщ, вот это все оттуда, из этой оперы. Хочешь погрузиться на высшие планеты, там счастье, там служение Богу, там в любви все живут. Но там тоже бывают два варианта на высших планетах. Один вариант, человек вот живет правильно, но он хочет отдыха, хочет покоя. И он праведно живет, все правильно делает, но он не хочет служить Богу. Он хочет отдохнуть от этого всего. И он попадает в рай, где курорт, курортный рай, там как бы там океан из такого хмельного напитка. Он пьет и такой, вау, и там, в принципе, эти сразу апсары появляются там и все прочее. Ну и там счастливая жизнь такая, работать не надо. Ну сколько накопил благочестия, столько и потратишь. А потом такой человек, он не рождается в России. Не рождается в России, потому что в России из ада все рождаются. Не рождается в Америке, потому что из технократических цивилизаций там рождаются. Он рождается в Европе из рая. В Европе. И он рождается таким, как бы, красивым таким, добрым, нежным таким. Но работать не хочет. Почему? Потому что там он не работал же столько лет, как бы. Там же тысячелетиями живут. А тут надо работать. И он такой, он сразу начинает думать, как же мне, ну, как же мне почувствовать то чувство, которое я чувствовал до этого. И находит единственный способ, это наркотики. Потому что когда человек колет наркотики, то он как раз чувствует рай в это время. Вот тебе и Европа. Но некоторые люди включаются в правильную жизнь, начинают работать над собой, и хоть ты где родился тогда, хоть в России, хоть в Америке, хоть в Европе, человек встает на правильный путь в этом случае. Понимаете? Мне хорошее.
Поэтому в Европе и вся вот эта вот живопись, вот это вот, это называется эпоха Возрождения, да? Посмотрите, там только ангелочков рисуют. Все эти ангелочки — это из Европы. Вот все картины с ангелами, с этими такими, летают такие. Красивенькие, такие голенькие. Это все из Европы. Барокко, вот этот стиль. Это все отсюда. Ангельский язык. Английский. Макар Нагульнов изучал английский язык. Его спросили, что ты знаешь? Он говорит, я знаю, что бордюр — это плохой мужчина, а абажур — хороший. Он выучил английский язык.